Москва! Наши люди! Дай мне одну минуту, чтобы рассказать, одну минуту, чтобы простить, одну минуту, чтобы узнать, одну минуту, чтобы понять, одну минуту, и я буду готов идти, куда скажешь ты, за тобой только. Не важно сколько впереди преград, мне будет уже не больно. Я знаю, мне будет уже не больно. Я слышу голос дьявола, он кричит довольно. Ангел мой, пойдем со мной, ты иди впереди, а я пойду за тобой. Освещай мой путь самой яркой звездой. Ты иди впереди, а я пойду за тобой. Я помню, что говорил себе его нет. Зачем ты молишься? Ты не услышишь ответ. Он не придет тебе, как не пришел тогда, когда пришла беда, и с ней ушли друзья. Но зачем они приходили во снах? Они забирали мой страх, видел их на небесах. Ты должен меня простить. Я молод и глупый, я хочу жить. Вот и все. Москва! Руки в небо! Ага! Бог любит всех людей! Наши люди! Босс, это Бог внутри. Не смотри так сверху, мы все равны. Даже если ты сегодня первый, все равны. Все равнозначно, как пустота. Но дьявол хочет видеть каждому из нас раба. Мы продолжаем ненавидеть каждый день война. И каждый день борьба, чтобы выжить плохая игра. Мне мерещится, как город, мой город жирает тьма. Меня спасает любовь в сердце, та, что одна. Не надо никого не слушать, не сходи с ума. Ты не жалко раб, ты как Иисус, посланник Отца. Единый путь и одна душа. Мы выходим из темноты, смотри в наши глаза. Мои молитвы незаметно летят к небесам. Да, это сделал я это сделал сам. Именно здесь, а не где-то там. Через терни к звездам и большим делам. Все вместе. Сэнди, бэйба. Наши люди. Бог любит всех людей. Всех людей. Одна любовь нашим людям. Бог любит всех людей. Москва, спасибо.